Регион принимает участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне. В среду второй этап мероприятий – развертывание сил и средств, проверка их функционала. В Иванове смотр техники состоялся на бульваре Кокуй. Имеющиеся ресурсы оценил временно исполняющий полномочия главы города Иваново Игорь Чебыкин. Он заслушал доклады руководителей всех представленных формирований. Здесь представлены различные службы жизнеобеспечения города. Здесь и аварийные службы, связанные с газом, с электроснабжением, скорая медицинская помощь, формирование МЧС, электросети. То есть совершенно различные комплексы сферы представлены, которые могут оперативно отреагировать на любую внештатную ситуацию.